Добрый день, с вами Лара Шум, и какие же интересные пришли дни. Каждый человек на планете и я, все мы вместе проживаем удивительный исторический момент, который войдет в планетарный опыт этих времен. Я живу в удивительное время, и оно объединяет меня со всеми людьми, с каждым человеком. Это и есть момент единения, времена взаимопринятия и понимания. А мы продолжаем изучать те стороны, где нам не надо фиксироваться, не стоит зависать в них и сливать свои энергии, свои силы. 8. Беспокойство. Тревожность и склонность к переживаниям появляются тогда, когда мы не верим, не доверяем, в первую очередь, самим себе, своим способностям и возможностям, а во-вторых, миру, в котором живет каждый из нас, ибо у каждого свой мир и свое восприятие. Это естественно, что мы хотим, чтобы все происходило исключительно так, как мы это хотим и видим. А если хоть что-то идет не по плану, в голове сразу же рождаются тысячи мыслей, подозрений и домыслов. Они множатся, развиваясь в страх. Любой страх начинается с переживания, беспокойства. Стоит лишь на начальной стадии отпустить контроль и довериться себе, своей интуиции и своему миру, как жизнь обретает большую стабильность. Знайте, что ваши подсознательные желания приведут вас на верную дорогу, ту, которая исцелит и наполнит вас и подарит чувство свободы и полета. 9. Сопротивление переменам. Самый сложный жизненный урок – это научиться любить, не привязываясь и не зацикливаясь. Жить, не стремясь засесть в зоне комфорта. Свободно и легко. Все меняется, все проходит и приходит. Ничто в нашем мире не остается прежним. И именно сейчас мы все вместе проживаем такой момент. Если мы цепляемся за старое и сопротивляемся новому, упускаем кучу возможностей. Но нам не дано предугадать, что готовит будущее. Хотя разум своим желанием все контролировать очень хочет знать все наперед. Именно для этого человек ходит к гадалкам, чтобы дать себе хоть какие-то ориентиры. Но принимая для себя ориентиры, мы по ним и идем, так как именно то, что мы принимаем и выстраивает наше будущее. Поэтому нам остается одно – научиться любить происходящее вокруг без привязанности, жить без чрезмерных ожиданий, воспринимать все без суждений. Только так можно обрести настоящее счастье. Человечество сейчас проходит очередной этап укрепления иммунитета. Для развития физического тела нам необходим этот иммунитет. И мы благодарны тем людям, которые проносят через себя эту болезнь и выздоравливают. Да наполнится мир наш энергиями исцеления и любви. Я от всего сердца посылаю в этот мир свет и любовь для исцеления планеты, для укрепления и спокойствия людей. Обнимаю каждого из вас. С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и расскажите об этом видео в своих соцсетях.